Приветствую вас, друзья! Сегодня Electronic Arts прислали мне UFC и Sports UFC для PS4 и Xbox One. Я обычно редко делаю анбоксинги игр, но в качестве исключения хотел бы сделать именно анбоксинг этой игры для Xbox One, тем более, что в России говорят, что ее достаточно сложно найти. И, во-вторых, потому что портал Gamers TV проводит чемпионат по EA Sports UFC. Подробности вы можете посмотреть в группе ВКонтакте или на портале gamers.tv.ru. Ссылочки вы найдете в описании к этому видео. Итак, поехали. Анбоксинг версии для PS4 не планирую делать. Я думаю, что не такая проблема его достать в России. Капитошка мне будет помогать. Да, капитан? Будешь убирать вот эти вещи отсюда. Убирай. Давай, убирай, она лишняя здесь. Давай. Вот правильно, мешается. Все, поехали дальше. Еще эту пленочку уберешь одну? Сейчас мы дадим коту это все убрать. Прошу прощения, что... Убирай, капитан, мешается. Фантик. Итак, давайте, друзья, смотрим, что у нас там внутри положили. Есть ли какие-нибудь промокоды, может быть. Отлично. Собственно, сразу же внимание привлекает диск. Капитан, убирай давай. Мешается пленка. Давай. Стяпывай отсюда ее. Такс. Давайте так вот поднесу, проще будет. Выглядит неплохо. Дальше у нас идет рекламка NHL. Обязательно буду для вас делать и анбоксинг, и стрим, и обзор, и все что угодно. И частенько видео делать по этой игре. Очень жду NHL, поэтому подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить все самое интересное по этой очень ожидаемой мною игре. Ну, дальше у нас идет всего лишь инструкция. И никаких промокодов здесь, к сожалению, нет. Да, очень плохо. Я ожидал, что, может быть, брюсли положат. Видимо, придется за деньги покупать. Один день планирую постримить эту игру для Xbox One. Ну, а как вы знаете, карьеру я прохожу и играю в онлайне преимущественно на PS4. В любом случае нужно посмотреть, насколько отличается графика, потому что я слышал то, что графически версия для PS4 чуть-чуть буквально за счет сглаживания. Для PS4 используется MCAA X4, а для Xbox One MCAA X2. Все, на этом отличие в принципе заканчивается. Хотя там эстеты разглядели какие-то некоторые еще дополнительные эффекты. На этом все. Обязательно приходите на чемпионат. Как участники, как зрители, он будет проводиться на PS4 уже 18 июля. Подробности смотрите еще, как я уже сказал, в группе ВКонтакте и на портале gamers.tv.ru. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх.